Добрый день! Сегодня я расскажу вам притчу, которая называется «Исцеление Огорянки». Жена некоего огорянина болела сильными болями в груди. И так она сильно болела, что не помогали ей никакие лекари. И прослышал он о монастыре, в котором происходят чудесные излечения. Взял он свою жену, посадил на лошадь, и поехали они в святое место. В этот день пошел дождь, сильный дождь лил, и размыл дорогу всю. И долго они ехали, и приехали только к святому месту, в монастырь, уже поздно вечером, когда монахини ложились спать. И закрылся уже монастырь, и стучались они, и не открыли им дверь. И тогда уговорили они сторожа налить им хотя бы воды святой из святого источника монастыря, который пользовался чудесными свойствами. И тогда усомнился сторож в их вере и подумал: для неверующих любая вода будет одинаковая. Взял сосуд и налил им из лужи и отдал. На следующий день привел огорянин в дар вала и сказал: спасибо вам, что исцелили жену мою. Выпила она этой воды и теперь больше не болеет. И тогда устыдился сторож, пошел к монахиням и рассказал о сем чуде и взмолился Господу Богу о своей гордыне и высокомерии.